Вот примерно так выглядит улица Электрометаллургов днем. За мостом это район 6-й школы. Понятно, что ведроджиня, без него никуда. Вот школа 6-я. Вот поворот на Жуковского, то есть княжью сейчас. Князья там одни живут. Вот. Здесь есть светофор, который работает как в автоматическом режиме. Также есть кнопочка, чтобы люди нажали. Если кому надо переходить. Вот этот. Вот кнопочка. Понятное дело, что этот светофор с кнопочкой нужен. Даже то, что он в будние дни работает в автоматическом режиме, бог с ним. Но скажите мне, какого черта он работает в автоматическом режиме и днем, и ночью? И в рабочие, и в выходные дни, и в праздники. Почему водитель должен останавливаться на красный свет этого светофора среди ночи? Не то, что пешеходы там не ходят, там птицы не летают. У нас есть вообще в городе какая-то логистика?